Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. У этого человека светлый ум, и они полны оригинальных идей. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Активизирует воображение. В самых сложных ситуациях носитель имени всегда умеет сохранять спокойствие и трезвый рассудок. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Это экстраординарные личности, которым свойственен аналитический склад ума и в то же время творческий подход к делам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.